Так, я гном. Ага, поехали. Я гоблин, да? И сейчас такой, а я смурк. Я кобольд. Почему? Давайте, стартуйте. О, отлично. Кенни-взрыватель. Эйк. Бафур. Ладно. Гном, чтобы еще один... Тут у гоблинов, мне кажется, самые смешные имена. Оин, Бафур, так, херово звучат. Кстати, еще помню, играл, и типа у меня со старта есть либо источник жизни, либо источник кислоты. И вот не может понять источник кислоты прямо возле гнезда. А источник кислоты тебя бьет или тебе что-то дает? Да, он не бьет. А, то есть он для всех плохой, понял. А сейчас мне попался источник жизни. Круто. Быть тобой. Это круто. Так, делаю скан. Ага, снизу где-то есть. Скан бесплатный или... Нет, он тратит топливо. Как раз таки топляк мне нужен для скана. Там 5 топлива тратится. Но поначалу его, в принципе, достаточно. Так, нам надо право вниз. Хорошо. Я, короче, копаю, вы по большому счету ресы собираете, потому что мне сильно ресы сейчас не нужны. Только золото, наверное, надо. Потом можете делиться, если что. Ну да. Золото, кстати, наверное, всем надо. Да все всем надо, и металл, и золото. Не знаю, не знаю. Так, глину. Мне надо золото с металлом. На обычную починку нужно... Нужен металл. Где металл? Не вижу. Мне нужен металл. А, вот я... металл, я вижу металл, все, собираю металл. Блин, для генератора уже 50 золота. Давайте, наверное, зашли. Небольшую тут платформу выкопаем, и будем здесь уже начинать какие-то постройки делать. Вот, отлично, кто-то левелапы получает, замечательно. Я, наверное, сейчас буду к вам копаться вверх. То есть, делаем небольшую платформу. Нам надо место для построек и для маневра. Мне вот, например, нужен пилот. Заранее балку поставить куда-нибудь рядом? Одну. Да, можно. А, какую она область покрывает, балка? Хороший вопрос. Спроси, что попроще. 500 единиц. Но ее грейдить можно 500, 600, 50, 800. Но в идеале это радиус атаки обычной башни стрелковой. Так, покидаем технику. Поехали. Блин, инженерия. Ну, ё-моё. Механика. Могу сделать автоминиган. У. Жесткий. Только для транспорта и дроидов. Да, автоминиган ты поставишь себе на это, на бур свой. Да, да, я же за это и говорю. А ну-ка, как это сделать? А я не могу это сделать, подожди. Стоп, включить это добычи. Так, стоп, а как это работает? А, только для транспорта и дроидов. Необходимо золото, железо, топливо. А, топливо 30%, 30 единиц надо, понял. Уже валится уже начинает. Да, я знаю. Стоп. Ну, поставьте балку. Я или топливную станцию ресурс делал, потому что мне очень надо топляк. У кого есть лишняя сера, я был бы не против, если бы вы поделились. Ну, касать лишняя, вообще хоть какая-то. Спасибо. Мне топлив там показывает радиус какой-нибудь, нет? Балки. Не, не показывает. Но я так думаю, что где-то небольшой радиус в округе. Чем бы заняться? Ну, я апну сейчас. О, 20 золота, 20 металла. А, требуется 5 золота. Нет, золото 15. Ребят, будет очень круто, если серой поделится кто-то. Я тебе уже отдал серу. Где? Персонажа. А, окей, сейчас гляну. Тебе много серы нужно? Сложный вопрос, пока не знаю. Так, раз. 30-60 топлива. Сейчас гляну, подожди. Так, ставим пулемет, надо 30 топлива. У меня 65, нормально. Не могу сделать, почему? А, 100 золота, блин. Короче, железа. Я тебе дал серу. Все, спасибо. Мне теперь 100 золота, 100 железа надо. Ладно, продолжаем майнить. Кому гриб? Не, спасибо, у меня свои есть. Я как понял... гриб надо кобольду. Я как понял, кобольд это чисто боец, да. То есть у меня скиллы бешенства такие, типа создать оружие, создать броню. Возможно. А вы, кстати, моей топливной станцией не можете пользоваться? Нет. Нет. Жаль. Ты можешь делиться, типа... Нет. Ну да, я типа могу делиться ресурсами, это понятно. Ну, типа, было бы классно, если бы вы сами могли пользоваться станцией. Чейзер, закрафьте топливо. У меня есть топливо, сейчас закрафчу. Ну, мне надо. Ну, сейчас, сколько тебе надо? У меня есть. Ну, у меня сейчас 10, я не знаю, сколько этого хватит. А, то это надолго еще хватит. Сейчас. Ну, я туда 20 сера закинул. О, миниган, как его использовать? Ага, блин, надо уровень техники третьего левела, ё-моё. То есть я миниган сделал, но не могу им пользоваться. Да какого хрена?
Так, сколько тебе надо топлива? Скиньте мне хотя бы, пожалуйста, сотню, что ли, золота. Сейчас, Ланитар, секунду, даю тебе 35 топлива, держи. Бур, кто-нибудь сюда. Да иду, 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 где? О, золото, иду. Я построю пулеметики хотя бы. Пулеметики у меня есть. Но надо третий уровень бура. Надо давай его качать. Давай рядом с утопленной станцией построю. Дайте мне 100 золота хотя бы. Да, я то вижу, все уже богатые, там 300, 200, а у меня только 30. У меня 70. Он сейчас Лэнди даст, у него там золото. 70, 350 вроде бы. У меня, ну сейчас 150 у меня золото. А ты в чужой карман не заглядывай. 350. Статистика же там. Где? Это сколько кто нафармил, наверное. У меня, у меня 150 золота. В сумме? Ну, я понятно. Не знаю. Но у меня столько нет золота. У меня 150. Вижу, блин, Чезер, богач прям. Да, да. Спасибо. Так, сейчас буду построю рядом с... Ну и железо, кстати, надо. Зданиями. И у меня есть 400 с лишним золотом, у меня соточка. Да 150 металла. А где металл? Справа снизу что-то есть, надо туда копаться. Скан так, сделали. Так, я хочу сказать... Блин, надо, кстати, топливо пойти взять. Вот сюда упало. Очень недалеко действует балка. Ну, первого уровня, да. Ну, рядом со зданием строишь, и нормально. Так, механика, инженерия. Сера сюда. А, сера сюда. Выходим. Сера сюда. Ребят, мне сера тоже нужна. Правда, на каждый грейд по 10. 10, 10, 10. Блин, пулемет 50 стоит, охренеть. Пулемет до хрена стоит, да. Так, у меня есть 90 топлива. Кому надо, обращайтесь. Давай. Где? Кому? Мне, я копаю. А, иду. Металла у кого-то много есть, дайте мне хотя бы сотню. Так, а я не знаю, как его разделить? Нажатие на пентаграмму разбивается на две одинаковые стека. О, золотая жила. Какую пентаграмму? Я у вас. Плиз, дайте 100 металла. Я не знаю, как разделить его. Блин, я использовал топливо, ну ё-моё. Ну, короче, на, 45 тебе. А, вот я скинул половину или как? Одну туда сделаю. Не знаю. Вот топливо вроде. Ладно, короче, разобрались, пошли дальше майнить. Да блин, 45, не майнер. Майнер. Не говори. Вот из-за вас все проблемы. Гномы разрулили ситуацию. Ага. Так, тут у нас целая здоровенная площадка нарисовалась. Они там, обкопай вокруг, Ланди. Уже. Так. Сотни металла, плиз. Да блин, мне тоже сотня металла, кстати, нужна. Я пулемет хочу поставить. У меня это металл уже... Я тоже хочу поставить пулемет рядом с зданиями. Я хочу защитить вас. Это правильно. Да, здание тебе скоро будем бросать. Мы уже идем дальше. Ивил, не понижай своими комментариями боевой дух команды. Демотиватор прям. Ой-ой-ой, Ивил, здорово. Че ты тут делаешь? А ну иди сюда. Ля, он тут майнит биткоины без нас. Автонегодяй, ну давай пиши отсюда. Сейчас всех и перебьет тут, ё-моё. Ну, Бурун, в принципе, сейчас пока не так быстро валит, кстати. Так у тебя Бур еще первого уровня. Ну да, да. Сейчас я вот до второго его подниму. Кстати, вот уже поднимаю. Айкс и Лендитар тоже пошел поднимать, да? Поэтому я их заранее построю, чтобы в карман запихнуть потом. А ты можешь пулеметы в карман кидать? Да, и пулеметы, и генератор. О, прикольно. Камеру наблюдения. Блин, как близко. Так, Бур второго левела. Слушайте, ну знаете что, по-моему... Ой, осторожно, осторожно, топлих. Так, до третьего что надо? 200-200. Блин, дорого. А, ну это не подожди, это же не на меня тут. О, а, ну... Обвалы опять попёрли. Мне кажется, или балку мы поставили, из-за этого скорость падения уменьшилась, ну, частота. Ну, балка, по идее, защищает вокруг себя какое-то не, место. А вообще, по-моему, еще меньше падать стало. Может быть, еще балку построить, вот где вы находитесь? Не знаю, может быть. Рядом с тобой, Чес. Ну, можно тут уже перемещать все здания. Тут мы большую зону расчистили. Можно уже балку сюда ставить. Так, а Чес, я твое здание в карман не могу положить. Так я тоже ничего не могу с ним сделать. Я могу только его модернизировать, не можешь, и все. А, я свои могу. Не, я свои не могу, я его ставлю и типа все, с концами. Ну, сейчас я пойду заделаю, получается, сколько осталось мне на всю серу, получается, по топливо, и можно валить. Я балку только на 8 уровне смогу апнуть до 2 уровня. Так. Предлагаю ливать. Да, это верная мысль. Так, я всю серу переделываю, получается, в топливо и могу ливать. Ладно, я собираю здание, несу их к вам.
Давай, ну мое знание можешь оставлять, оно сейчас бесполезное. Ну как бы не оно полезное, но ты понял. Так, обвалы поперли опять. Обвалку ты тоже можешь забрать, да? Я не могу. А, ну там забирай все остальное и погнали. Плохо было бы обсидиановую. Господи, где кобольд? Кобольд, ты где? Дайте синевики. Это да. По центру? Давай развалим ее. У меня нет места в инвентаре. Ну скидывай тогда так. А тебе нужен синевик? Для зелий нужен. Только... А, ты еще зелье умеешь варить? Нифига себе. Ну, не я, а кто кобольд? А. О, кстати. А, мне надо золото. Блин, я сейчас, короче говоря, буду делать пулеметную турель на буре. Немножко осталось золота. Автоминиган? Ну да, да, да. Сколько тебе надо? Но он у меня есть, мне надо немножко золота. Сейчас я одну-две жилы развалю и будет уже. Мне буквально 15 золота надо, сейчас. Намани. Ой, справа сверху там какаха. Кстати. Да. Лучше не наступайте. Я уже туда сходил. Отлично, и как там? Блин, что-то еще золота нет нигде, ё-моё. А генераторы зачем нужны? Для турелек? О, спасибо. Да, они три пищи дают там. Кто все, там пауки пошли грызть мою базу. Такой... Да, пофиг, я ж её бросаю. Так, стоп, не понял. Так, модернизация. А, мне нужен инженерия 5 левел. Да ё-моё, что так все плохо? Инженерия 5 левел. Чейзер. Что-что? Топливо забрал оттуда? Нет. Да, я забрал оттуда топливо, конечно. Опять топливо валяется. Да я забрал оттуда. Не, я забирал топливо оттуда, все. Так, подожди, мне нужен 5-й уровень инженерии. А у меня какой? Блин, нужно золото. У меня 5-й уровень инженерии. И в чем проблема? У меня всего один пулемет. Мне 5-й нужен 8-й уровень. Да подожди. А, типа 5-й, чтобы качнуть надо, да? Рядом вылез. Ладно, надо еще 2 левела мне до пулемета получается. Ну. Да чини, чини ты его, дебил. Ладно. Немножечко тогда покачаемся еще. Все, я просто думал, что сейчас я уже качну инженерию и будет у меня пулемет. Ну ладно, плюс еще полтора уровня. У меня сколько топлива? А, нет, а, у меня топлива, подожди, сейчас скажу, надо выйти. 45. Могу скан сделать, кстати. Мне нужно золото для пулеметов. Давайте скан делаю. Если кто может, дайте, пожалуйста. О, серная жила слева есть. Ой, что, дать тебе надо? Да, мне так сера нужна. Сейчас прокопаем. Озбан, что тебе надо? Золото для пулемета. Сколько? Сотню. Было бы желательно. Даю сотню. Могу 3 поставить. Дал сотню. Ой, серу забирайте, кому надо. Ой, это кто? Что за жучок? Это жучок. Нехороший. Он тебе в ухо залезет и... О, сам дальше знаешь, что будет с ним. С ухом. Отлично. Тут куча серы валяется, кому надо, забирайте. Я могу мину поставить. А мина... Скоробеи такие мерзкие. А, мину ты далеко. Ты, кстати, далеко от нас, давай так не копай. Я понимаю, там металлическая жила, все дела, но, блин. Типа скоробеи вообще лохи, на самом деле. Но они очень медленные. Их плюс, потому что они быстро рождаются. Ну, типа спам, да, такой? Ну да. Вот две металлические. Две жилы, ах, о, я понял, я к тебе иду. Металл, это мы любим. Ух, капец. Так, ну я один своровал кусочек. Так, отлично. Серная жила. Ты справа еще серная жила. Идем. А, так это Лендер, господи, это Evil. Собственно, персоной. О! Лучше не подходи. Evil, ну-ка, давай. О, Лендитора сломали машинку. Идем. А что случилось, Лендитор? Я не знаю, но беги, топлив. Обвал, что ли? Да. Я его станил. Устрой новую. Смотри, он просто вокруг нас может бегать. Он ворует ресурсы. Пошел вон, Ивил. Он сможет бегать вокруг нас, просто руду забирать и все. Вот негодяй. Ну, крыса чисто такая, да? Скорпион, это крыса. Замаскированная по скорпиона. Как и всем нам. У тебя целая карта, Ивол. Ты идешь. Пиши отсюда. Это место занято. Найти, а у вас там сразу видно, кто она есть. Да, да, да. Все, ребят, могу делать пулемет. А вот он сверху падает. А, да, 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 да. А пулемет надо куда? В инвентарь закинуть или что? А, у вас слишком низкий уровень механики. Да ты что, Игорь, издеваешься от меня? Ну на тебе механику третьего левела. О,
закину. Ой, слава богу, у меня пулемет есть. Наконец-то. Я нищий, я ничего не могу. Как он работает хоть? Да никак, он по-моему дамажит побольше. А я не знаю, какой урон у бура? 26 на 30. 51, а у тебя 76. Нет, там когда. А, пулемет... у меня две атаки. У меня получается у тебя. А, нет, стоп, там тоже две атаки. Что-то я не понимаю, как это работает. У тебя урона больше на 20. А ты его не туда, ты его не поставил в бур. Надо в бур поставить его. В инвентарь бура. Нет, он его поставил, у него вижу, есть его вот. А вот теперь есть, а до этого не было. Да. Так и? Ничего не поменялось. Чейзер, где? А, ладно. Подожди, я что-то не понимаю. У меня пулемет пропал, но в буре ничего не появилось. Ну так он не появляется, я просто. А, хотя атаку. Ничего, такая же атака, я тоже не понимаю. У меня бур пропал, ой, пулемет пропал, ничего не появилось. Тебе здание сами строится или какое-то надо стоять ждать? Я что-то, наверное, сделал не так. У тебя автоминиган валяется на земле. Но... А, так вот он, да. Так, стоп, подожди, а что не так? Что ему надо? Еще разочек. Я, возможно, не прокачал. Не установлено. И как его установить? Просто в инвентарь закинуть. И все. Автоматически отслеживает противников и открывает по ним огонь. Установлено, написано. Все, его, короче, надо просто в инвентаре держать. Все, я понял. О, летающий дроид. Короче, пулемет держишь в инвентаре и все. Серединного породы. О, там железная жила справа есть, кстати, топлер. О, летающий дроид, его типа не могут уже атаковать, не стреляющие. Дайте мне сотню, 50 даже золота. Да. Сейчас дадим. Кто даст? Спасибо. Все, понял. О, да, пулемет реально работает. Ну, ой, как же он мало урона дает. Ё-моё. Мои турельки, надо прокачивать турельки. Такое говно. Есть топливо нужно? А, мне нет. Кстати. У меня еще 20. Отлично. Всё, я могу прокачивать турельки, но так, нужно... справа порода, справа сверху. У меня, короче, пулемет от турель такое дерьмо. Ой, это что такое, летающий дроид? Класс. А, круто. Точно прокопаться сюда. Блин. Мне нужно иду. Очень ой, жил, две металлические жилы, да, иду. Потому что... Знаешь, что сейчас что... сначала сделаю, топливо? Я тут два куска камня уберу, чтобы нам проходить нормально мне было. Нужно прокачивать. Я не могу прокачать. Мне 30 ресурсов. Значит, если мы тут нормально не пройдем, будет дальше тяжело. Так, всего 200. Слушайте, вы богатый, короче. Ну, смотри, топливо, смотри, как пулемет наносит урон паучку этому. Реально. Это просто дайте жесть, такое говно. Ну а ты что хотел, что у тебя... Не, ну я думал, что он хотя бы будет, ну, хоть чуть-чуть полезнее. Потому что для него надо... Ой, Ива, привет, а ты что тут делаешь? А ну-ка, сюда. Сколько у вас ресурсов, скажите, пожалуйста. Он услышал, что там железо. Надо затормажить. Золото, 280 металла. Так. Надо крысу. Я сейчас даже чинить, потому что не могу. Толя, крысюк чисто, да. Я чинить пулемет даже не могу. Топлер, говори, если что, я отойду. А, кстати, а если Ива сдохнет, то что будет? Я скреснул себя в яйце. А, окей. Просто мало ли, вдруг мы сейчас игру закончим, я бы так не хотел быстро заканчивать. Чейзер, знаешь, огнемет плюс миниган достаточно неплохо выжигают. А, у тебя и пулемет и миниган? Да. А, ну тогда да. И огнемет и миниган. Ой, то есть, извини, да, огнемет и миниган. Это все, это я просто сморг. Хотя на самом деле гном. Я не могу чинить, сейчас развалит. Дайте мне, пожалуйста, золото, металл. Сколько? Ну, 50 хотя бы. Так, Озбанд. Реально, сейчас чинить не мог уже. По сотне даю. А их тут очень много. Дал по сотне. Так, тут металлическая жила, копаю. Еще, а, это обсидиановая, блин, показалось. Металлический. Какой шестой уровень, ты чего? Так, даю скан. О, там справа дофига всего. Надо вправо вниз идти. Это так, может быть, ты будешь потихоньку к нам переходить, Озбанд? Да, давайте. Тут просто как-то уже сам понимаешь, да? Мы уже далеко уходим, тут ресурсы уже далеко. Ребята, обсидиановую это в центре выкопайте. Давай, я иду. Уры. А, ну вот этот? Потоку себя ставьте. Да. Давайте, наверное, вот тут начнем тоже вторую базу разворачивать. Третью. Сейчас, ну, третью, да. То есть сейчас обсидиан тут повыкапываем. Ой, я, кстати, буру улучшаю. Сейчас, подождите. Пойду пока бур. Эйзер, кстати, поставь бронелисты. Тоже неплохая штука. А как ты улучшал? Бронелисты, а где они? В механике, да? Что дает? Чейзер, а как ты улучшал миниган? Я его не улучшал. А почему у тебя второго урона? Не знаю. Я, наверное, потому что машинку улучшаю сейчас, сам бур. Ну, уже благодаря этому.
Я летающий дрон дамаг с моими скоробейными ближниками. Да. Блин, дрон развалили. Блин, буря. Стой, я иду к вам. Иду к вам. Все собрал в карман. Отлично. Да. Все, у меня бур максимальный. Сейчас упадет на голову. Хотя расчистить место надо сначала. Да мы, да, тут я сейчас вот обсидиан убираю слева. Он при его прям очень много. И не только обсидиан, а блин, эти чертовы пауки просто отовсюду ломятся. Как будто сарай старый открыл какой-то дедов. Ну тут копаться надо, а мы вместо копания деремся. Ну хотя вот огнемет классная тема. Дроид? А дроид где? Его развалили. А как? Стреляющие были? Ты насчет какого дроида? Летающего дроида? Нет, летающего эти, вот эти скоробеи. Летающего скоробея развалили, да, и они толпой на него навалились и все. Скоробеи, они стреляют? Нет, но они как-то земли по воздуху бить умеют. Как? Я не знаю. Короче, блин, тут один обсидиан. Ё-моё, это дай покопать немножко по моим биткоинам, ну что это такое? Дай на обычным шахтёрам заработать. Строится, ё-моё. Так пипец, вообще заспал. Меня все турели убили. Короче, расчистите место. Да стараемся. Ты обычный скоробей. Просто очень много. Так. Очень много я умышленный скоробей. Каждые 5 секунд 7 штук вылазит. Авто... Ну так. Огнемет. Почему не могу вылазить? Охренеть, нужно 25 серы. У меня есть 25 серы. Ну ладно, знаешь, да? О, кстати, лава. Надо 25 серы. Сколько? Возле костра кинул 25 серы. Надо оставить. Пару минут? Ладно. Возле костра кинул. Да, да, я. А костер лещет, что ли? Походу, да. Ну, Ивел, ну хорош. Да ё-моё, мы чисто ластенд какой-то делаем. Что, бесконечные ресурсы, что ли? Так они сами по себе создаются, без траты ресурсов. Класс. А можем создаваться где-то за картой? Ивел, а как нам построить здание, если они бесконечно тут вылазят? Вообще не имею. Ладно, я отменю пока стройку. Разберитесь с этой толпой. Не, ну честно говоря, мы с них хапаемся, если что. Это да, но мы не занимаемся другими полезными делами. Остался. Мы просто не занимаемся шахтерством. Ну ок. Обсидиана, да хера обсидиана, то что, копаться не перекопаться, ё-моё. Вулкан, кстати, вот. Так, делаю скан. Ага. Опять лезут. Вот вниз можно копнуть. Так это второй уровень у него лезут, чего это? Я тогда копаю, блин, вниз. Я из-за этих зданий не вижу, кто там за ними. О, вышка. Как тяжелое повернуть мнение. Камеру? Какие клавиши? Insert, delete, end, page up, page down. Фига, вы там стену построили. Какую? О, можно стену строить? Камеру убили, понятно. Капзда тут обсидиана, ребята. Надо из обсидиана выкапываться. Да-да, тут надо как-то да, вниз уходить. Ну там снизу ресурсы были, вот прям где-то здесь были ресы. Я вниз копаю. А как создавать эти... Огнеметная турель есть. Ну, 200 золота, ё-моё. Да, для огнеметной турели дороговато. Тил, как создавать? Кого? Водителей каких-то создавали. А, это водитель, надо в исследовательском центре их нанимать. Надо сначала центр построить, потом их там нанимать. Типа ты их можешь в машины засадить, делать и сразу несколько штук. Они стоят столько, сколько центр. Да. 50 золота. Но они полезные, то есть можно создать, например, дополнительный бур, и у тебя будет два уже бура. Или огнеметный бур, например. Чтобы я ни одну турельку не мог построить, я бедный. Тесла-разрядник могу сделать, во! Я тоже. Киньте 50 золота, плиз. Сейчас. Блин, Озман, мы тебе всю игру золото скидываем. Ты сам его не добываешь, что ли? Так, я, ну, наверное, построю... Я его добываю. Дополнительную станцию. Ой, сейчас, кажется, немножко нашу стенку снесут. Да, минус стена. Ну почему? Это, ты не понимаешь, это все план. А, это план, чтобы у нас была обсидиановая стена, я понял. Неплохо. А ты взял и переиграл систему. Блин, ребят, нужна сера немножко. На топливо не хватает совсем. Я 9 могу дать. Да, маловато. Ну ладно. Я сейчас соберу. Я закинул десятку. 8. Там 10 уже есть. О, все есть. Можно сделать. Куда мне тебе в бур кидать серу или... Не-не-не, можете прям в топливную станцию. Ну все, мне уже достаточно. Все, спасибо. Можно не кидать. Можете забирать. Точнее, я могу вам ее оттуда выкинуть. Блин, вот так на пол. Дайте мне золото. Хоть пулемет один поставить. Недавно поставить, интересно.
Да блин, подожди, у меня самого золота нет. Я говорю, эти камни, золота нету. Металл теперь дают. Камера... А что делает камера видеонаблюдения? Она наводит турели. А, типа вспомогательная. Она типа видит невидимый поиск. О, да, это круто. Видит. Тебе личинку. Личинус. Рядовой личинус. Да я ее даже не видел. О, наконец, одну турель построить могу. У тебя обсидиановые породы, это просто жесть какая-то. Как их тут много? Согласен. Тяжелое орудие хорошо наносит урон. Ну, как бур. Даже больше, чем бур. Хорошо. А и можно копать, интересно? Турель построить, нужно 200 золота на нее. Так, минус обсидиан. Надо его тут раскапывать, это просто жесть какая-то. Так, делаю скан. Ну, от снизу резы. Надо и туда идти. Вот сюда. Да там уже, смотри, там уже просто все уже раскопанное вон лежит. Я вижу, значит там Ивел уже бегал. Да он уже везде тут походил. Блин, опять пошли жуки-пауки. Дай так одну пачку отправил и все. А, так ты говорил, что они сами появляются, ага. Так не, я могу типа приказывать им появляться или нет, у них автокаст постоянно стоит. Угу. Их очень много, сейчас грызут все. А тяжелое оружие что не бьет? Алло. А, видимо, его чем-то заряжать надо, чтобы он бил. Ну, а, видимо, да. Классное оружие. Такое же полезное. Ну, отлично, сгрызли турель Evil. Ты, крыса. А вроде как жук. Я добывал 50 золота минут 5, чтобы сгрызли турель. Тут. Такой. С нас фармил золото такое, да? Так, это надо выкинуть на пол, это надо забрать. Описание это тяжелого оружия. Не, вряд ли топливо. Да не, не топливо, ты чё? Сейчас, дай я гляну, у меня вроде тоже можно делать оружие. Пилки против бла-бла-бла, атака, прочность, защита, может, можно... Необходим пилот, ему нужен пилот, ребят. Пилот, стройте сельскую станцию, пилот нужен. Порох нужен. Да? Не, пилот, пилот, написано, необходим пилот. То есть кто-то должен туда залезть, получается. Киньте то есть... золото. Я порох туда кинул. Сотню золота закиньте. Да подожди, нету столько. Ой, блин, у меня ноль золота. Создание пилотов и могу скинуть полтосик. Я порох весь свой отдал. Полтос скинул. Еще 30 надо. А, не, стоп, мне еще 40 металла надо. Как мне забрать металл? А вот металла у меня много, металл могу скинуть. Давай. Сотню кинул. Вот золото бы мне тоже кто-то подкинул, ну ладно. Мне его маловато. Мне его касать. Косарь! Сотню хотя бы! Ивол, не издевайся. Мне хоть 10 скинуть. Да ты задолбал, ты у нас весь бюджет уже высосал. Котел, ого, что там у нас, грибная эссенция. Весь бюджет высосал Ивол, который все это золото просто сожрал. По факту. Высосал. Я делаю красивые турельки, а он их уничтожает. Какие-то некрасивые. Ненавистник Tower Defense. Блин, как улучшать миниган? Какой? Который у тебя на в буре? Да. Я не знаю. Видимо, он улучшается вместе с твоим буром, когда ты улучшаешь бур. Ну смотри, вот у меня урон атака 6, а у тебя твой бур атака 4, да. Даже не знаю. Но он у меня улучшился сам. Блин, тут даже камней нет. 850 единиц. Не знаю, он у меня как-то сам загородился, я ничего не делал. О, там снизу что-то есть. Вот. Источник теперь маны, вау. Зарядили снаряды, теперь порох. Пороху зарядили, теперь не помню. О, она тебя шмаляет. Порох там, да? Ну, тварь. Блин, бедного, бедного Ивела бьет. Правда, она его вообще не трогает особо сильно. Ну, что-то нет. Делает с ним. Так, наконец-то... Тут о, золотая жила. Я ничего не могу добывать. Тут... Главное, Озмонту, не говорите, что тут есть золотая жила. Главное, не говорите руками... ему. Я руками ничего не могу добывать, тут обсидиан и гранит. Их очень долго долбить мне. Ну, мы его копаем, у нас же буры есть. Кстати, я могу кому-то сделать, или, наверное, не, это не вам пойдет. Так. Но я могу сделать, короче говоря, огнеметный танк. Или бур, как он правильно называется. Ну, я не знаю, можете ли вы им управлять или нет. Водила нужен по-любому. Наверное, только водила, да. А ну, давайте посмотрим. Немножко места тут освободилось, как раз сделаем ИИшку. Исследовательский центр. Я не могу есть, забрать свой порох, который послал в этот тяжелый. У меня есть исследовательский центр. И? Я ж не могу ничего там делать.
Он у каждого свой. Ой, я... блин, опять понеслась моча по трубам. Топлив, а тебе в котел нужны грибы? Ребят, там это база Ивила. Где? О, да. Но нам надо вообще-то свалить и не развалить базу Ивила. Нам-то его база нафиг не нужна. 250 дорого. Ну хотя было бы неплохо ее развалить, да. Он пришел к нам домой, мы придем к нему. Топлив, тебе грибы таскать в котел. Да, таскай. Ага, он тут плюет, он тут плюется какой-то какахой. Источник маны. Значит, предлагают пройти через источник маны, то есть вниз пойти, потом немного лево уходить, чтобы обогнуть его базу. У него там серная жила. Почему он эту серную жилу не выкопал, а? Почему он там поставил турель, но не выкопал серную жилу? Не знаю, странно как-то. Это не моя база. Там просто вулкан и все. Большой паук атакует большой паук турель. Ох, нихера себе. А это пустошитель. Да, жесткий тип. Я бегу чинить. Да блин. Ого, что так хилится? Вы заблокировали проход, я не могу пройти туда. Вот этот... Ох, твою мать! Пожалуйста. А, все нормально. Копайте вот этот проход снизу. Сейчас слева обкопаем, да, слева сейчас сделаем. Спасибо, так, я чиню базу. Закидываем. Я копаю. А кто стреляет из башни-то? Ну там пилот получается, не? А, ну, пилоты вы создали отдельно там? Ну пилот отдельно создается, да. О, тут это, тут Ивил. Вы рожаете, что ли, пилотов? Где? Лазит там, да? Откуда пилоты берутся? Ну? Из исследовательского центра, вот. Ну, а их рожают там, что ли? Ну да. Ну, он типа механический. А, он механический? Ну, типа. Скинь ему порох, который он тебе в эту башню закинул. Так, я починил. Так, я делать сейчас буду огнеметный танк. Тебе не нужен порох? Источник маны, он безопасный или он токсичный там? Не, он тебе ману просто регенерирует. Без эффектов плохих, да? Да. Он такие зеленые. Если кто-то мне скинет 100 золота, я буду очень счастлив. Да. Я даже одному золотому буду счастлив. О, спасибо. Сейчас у меня, короче, будет 170 золота, и я смогу сделать... Ух, блин, тут Ивил бегает. Ах ты скотина. Надо Ивила убивать, ребят. Ай-яй-яй, бьют, кусают. Ой-ой-ой, вот туда не ходите. Да-да. Вот сюда оттуда. Там башня очень далеко плюется. Так, наша башня. Давайте под нашу башню уходим. Ивил пошел в решительную атаку. Просто пауков наспаунил из воздуха. Ни хрена себе наспаунил, что-то их очень много. Снимет интанк, давай. Да я не могу, мне не хватает золота еще немного. Еще 20 золота надо. Сейчас соберу. А, блин. Блин, сейчас оторвайся. Сейчас 20 золота соберу и будет огнеметный танк вам. Хотя, скорее всего, именно я его возьму. Потому что вряд ли вы им сможете управлять. Но проверим. Так, делаю огнеметный танк. А чья кирка? Это ваша? Я кирку положил обратно. Давай. Так, делаю огнеметный танк. Не знаю, сколько он полезный. Не хватает, я кирку свою выкинул. Но это написано, что боевая единица. То есть он чисто для драки. Чейзер, много топлива? У меня? У меня 70. У меня нормально топливо. Ну, у меня не очень. Могу подкинуть? Пороха, блин. Я ничего не могу добывать, там справа Ивел атакует, а тут камни есть? А, вот вижу камни. Перерабатываем предмет, то есть я топливо могу еще переработать во что-то, прикольно. В смысле, моя башенка атакует? Ну тут твоя башенка есть, да, она атакует немножко. Я ее нельзя построил. Так, ага, огнеметный только так делает. Хорошо, тогда я, получается, пилота достаю. Сюда, пилоты. Так, давай залазь. Все, поехали. Огнеметный танк пошел работать. Давай, выжигай эту всю срань. Во! Воровки ни у кого нет. Так, ребят, если что, у меня есть огнеметный танк. Я могу его саппортить. Большой башни. А что большой башни? Порох. Порох? У меня нет пороха. Я положил в башню порох весь свой. Взрывчатка, гном, палмовый вихрь. Вот это уже интересно. Осмонд уже давно сокрушается с того, что он положил порох в эту большую башню. И все. А ее нельзя туда достать, что ли? Не могу. Она для взрывчатки мне нужна, порох. Ну блин, я не знаю, как делать порох. Я говорю, Ланди, скинь ему это. Пусть уже человек порадуется пороху наконец-таки. Спасибо. Пойдет процесс добычи быстрее. Я могу, кстати, фабрику пороха построить, стоп. Так строй. Чем проблема?
Зачем фабрика пороха? У меня появились ресурсы, так, сейчас. Так, я огнемет и танк ставлю на патруль. Патруль, пусть бегает туда-сюда. Забирай порох свой. Ой-ой-ой, как близко падает. Блин. Да. У вас опора стоит, вон-то чё. Ну, спасибо, она стоит далеко от того места, где гранит упал сейчас. Ты так, ставай порох. Серу в порох. Так, патрулируй давай. Хорошо, прямо стратегия какая-то начинается. Камень, гранит, обсидиан и прода. Что там подсвечивается снизу, не могу понять. Я вот сам не понимаю. Так какая-то фигня снизу подсвечивается на мини-карте. А ну давай я просвечу. А у меня нет этого топлива. Или есть топ? Не, нету топлива. А куда я топливо кинул? А, ну у меня... Что ж там? Взрывчатка у меня... Эвил. Аля... А что там лазер так подсветил? Не понял, что случилось? Там Эвил был. А, да, и что? Ну как, это у меня колония спор была. Колония спор. А, подожди, у тебя получается как у зергов, да? Крипами ты размножаешься, или как они называются правильно? Личинками. Как это в Старкрафте называется? Крипы, да? Ну вот эти вот точечки, которые ты ставишь, которые вокруг себя говно распространяют. А. Крип? А, ну, по-моему, да. Сама зона называется Крип. Да, просто я такой старкрафтер опытный, как балерина пьяная на постаменте. То есть очень, не очень, поэтому... Ох, ё! Огнемётный танк, помогай, 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 помогай! Во! Не, огнемётный танк хорошо дамага дает, прям отлично. Чисто наша ударная мощь будет. Ему бы еще топливом почаще пользоваться, было бы очень классно. Блин, ну что там такое? Колония спор стреляется. Неприятно. Слушайте, вот. А интересно, есть ли PvE-версия этой карты, чтобы типа мы вместе кооперировались, было бы клёво? Вот и там тугие совсем. Только не за шахтёров хоть что-то доделать, за пауков вообще нет. Просто мне кажется, тут было бы и круче, если бы мы вместе скооперировались, потому что Evil какой-то, знаете, ну, не то чтобы обиженный всеми, но прикольно. Как бы хотелось бы, чтобы все вместе были. Минус башня его. Ну это колония спор, да. А зачем тебе колония спор, кстати, что она делает? Чего просто стреляет? Это просто турелька, да? Для засад. Понял. Тут еще золотая жила. Хорошо. Where on the way? Я Evil Starlord, теперь могу взрывчаткой обрушить на тебя завал. Реаниматор, 500 золота, 500 металла, да хера. 75, а, 35 топлива надо, блин, дай сюда топливо. О, пошел рез. Где топливо, не могу понять. Топливо забирай. Нас атакуют! Заметил. Сейчас делаю автоогнемет. Котел! За что котел? За все хорошее. Так, иду к вам, ребят. Что он вам сделал? Делаю вихрь. А, блин, у меня ж нет топлива, я забрал топливо. Стоп, назад, назад, назад. Топливо туда. Отлично. Кстати, честь, если что, фабрики пороха есть немного. А, у пилота надо. Блин, сейчас, подожди, я пытаюсь разобраться, как работает эта срань. Нет, сюда садись, выкидывай сюда. Господи, как же тяжело тут на самом деле определиться. Это надо топливо у пилота, чтобы было, а не в машине. Зачем? Так, могу тебе делать напалмовый вихрь. Правда, он уже, наверное, не нужен. Пока я разбирался с управлением, он уже перестал быть нужным. Че тут еще? Гнапалм есть, вихрь, взрывчатка. На этих паучках. Осторожно, там. О, классная штука, вокруг машины, получается, огонь появляется, клево. Блин, все, золото кончилось, не могу чинить. Надо еще одно тяжелое орудие куда-нибудь сюда воткнуть. Вполне себе можно. Дорогое достаточно. Можно бомбу поставить, кстати. Клево. Куда? Всего лишь два топлива требует. Недорого. Куда бомбу поставить? Ну вообще, я говорю, у меня вот этот огнемётный танк, он может бомбы ставить. А, ну я зачем? И стоит всего лишь два. То есть недорого. Да, источник маны. Да, у нас тут вот источник маны есть, да, здрасте. Намекаю, чтобы я вам чинил, нужно золото. Хоть сколько-то. Да, хоть сколько-то. Спасибо. Хотя бы чуть-чуточку. Так, делаю еще пилота. Ну вот, осталось 15 золота уже. Так, что надо на бур? Точнее, на танк. 175 на 100. 175 на 100. Дорого, собираем дальше. Ну, Игл, хорош.
Они бесконечно лезут. Да. Так мы качаемся, чё? Не, на самом деле, пока идут паучки мелкие, это вполне себе нормально. Ну, они бесконечно лезут. Я отойду, они опять лезут. Чейзер. А? Дай топливо, пожалуйста. Сколько тебе надо? Сколько можешь. Так, где мой огнемет и танк? Сейчас, мне надо танк свой найти. Где-то там было. Так, у меня есть 30. Я кинул вот здесь вот, возле балки нижней, 30. Я тебе в топливную закидываю 26. Вот сделай тут мне 2 стака, пожалуйста. Раз, два. Ну, точнее, 100 штук. 100 штук. Кинул рядом. Валяется. Забирайте. Кстати, это удобно. Вы можете кидать мне в топливную, я буду ее крафтить. Если что, еще по центру топлива валяется. У меня, короче, автоогнемет третьего уровня, бронелисты третьего уровня, автоминиган третьего уровня. Круто. Так, у меня пилот появился. Надо мне этого пилота как бы засейвить еще, чтобы его не убили. Это золото немного. Но я не понимаю, что там мне на ускоритель не хватает. А, золото. Логично, да? Как всегда, не хватает чертова золота. А мне железа, кстати, немного не хватает. Ой, тут лава прет. Это вроде не лава. А, это лава, да, действительно. Блин, а ее можно как-то закрыть? Обвал. Только обвал. Блин, тогда надо линять отсюда, получается. Ты еще не видел меня в бою. О, железо, 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 железо. Там вообще башни его где-то стреляло. Блин, парни, буквально 5 железа надо, буквально 5. Да его вы сломали, парни. Есть у кого 5 железа? Тебе и честь. О, железо. Спасибо, спасибо, это все, 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 сдали уже, спасибо. Я хочу просто огнемет и танк еще сделать, мне железо буквально... Железо у меня куча золота, нихрена. Ой, че, а, блин, это мне золото, босс, все, отмена операции, ну ладно, уже скинули, скинули. Я немножко перепаниковал, так сказать. А стенка останавливает, что ли? Ой-ой-ой, лава идет, лава идет. Так он не так идет. Она ползет, я тебе так скажу. Что это такое? В смысле, она ползет? Шок, лава живая. Шок, лава ожила и пошла. О, отлично. Спасибо. Это мой огнемет и танк. Он вроде работает. А у нас по стенку идет кого хрена? Ну, потому что это стенка, она не должна, наверное, останавливать лаву. Значит, скорее всего, обвалом нужен. Да, она прям ползет. Я могу обвал в топ. Не, она сквозь стенку не идет, она упирается. Я обвал могу сделать. Самим ядром. Не сделать обвал? Так, ну, вот на стенку уронить. Отходите от взрывчатки тогда. Не проходит сквозь стенку. Зачем? Не нужен обвал? Не нужен. Так, поехали. Огнеметные танки работают как надо, ты что? У меня целая армия теперь. Давайте я вал сделаю, отойдите от взрывчатки. Да не надо вал. Ну ладно. Да не надо, да не, вроде перестало, вроде перестало. Иди, забирай бомбу. Как мне теперь взрывчатку забрать? Ну но... просто кликни на нее, нет? Нет, не получилось. Ну смотри, если лава дальше все-таки пойдет, тогда обвал сделаем, пусть стоит. Ой, фига, меня тут инвизера жрут. Где-где-где? А, да, вижу. Лол. Хилься давай. У меня еще 2 огнеметных танка тут патрулируют. Я могу камеру наблюдения поставить одну. Кстати, да, ставь. Они же вроде как каски так и работают. 10-20 золота. Че ты издеваешься? Чувствую, надо скоро делать мем. Нужно больше золота и твою аватарку ставить. Посмотрите, сколько у меня золота. О, железо снизу, кстати. Сколько золота тебе надо? Сколько надо золота тебе? 20. Даю 50. 50 дал. Ой, кто-то помер. А, так у них 60 атаки, кобзец. Нихрена. Я ничего... Можно реанимироваться? Я еще не сумел сделать даже. Так, Озбан, реанимируйся, у тебя реаниматор есть. Пакел поставь. Нету. 500. А, есть. Есть, есть, есть. А на себя как? А... Там, как у тебя, себя? Там, где используют способности, справа у тебя должно быть. У тебя есть реаниматор? Не, подожди, генератор. А, не, реаниматор есть. Не могу. У меня инвентарь, реаниматор есть, и все, я его кликаю, ничего не делается. Из инвентаря и способности. Там, где у тебя способности, справа такая иконка должна быть. Нет, у меня способности, у меня пусто все. Тогда выбери своего персонажа еще раз, заново. О, да. появилось. Все. Ну, я тебе говорю, тебе надо было просто заново персонажа выбрать. Ну, так он был просто выбран. Ладно, ну, видимо, он был выбран, когда он помер, надо было заново выбрать, я же говорю. Мама пытается, это жесть. Как же она пытается. Да, но стенка непреклонна в этом плане. Вижу, тут лаву сделали как это, как каких-то существ. Блин, я тебе больше скажу, у стенки урон есть. Да?
Прикольно. Ребят, 50 топлива валяется, если что, возле топливной станции. Можете забирать. Ой-ой-ой, меня сейчас опять убьют. Да вроде мои огнеметы танки работают. Ну да, паук-тень крутые. Ну, работают, работают. Мы же тебе сказали, поставь сюда наблюдателей. Да, мои огнеметы танки слепые. Ребят, если что, надо 500 золота и 500 этого металла, чтобы сделать реаниматор. К слову, у меня 250 золота, 300 металла. Если что, могу сделать. На 272. Если что, можем скинуться и сделать один. Потому что мы уже что-то стали часто помирать. Ну, хотя у меня реаниматор один есть. Я реаниматор могу создать, но нужно много ресурсов. Ну понятно, я же 500 на 500. Я тоже могу сделать. Реаниматора создавать. Топ. Где реаниматор? А вот. Чейзер, подойди. Стой. Танков верни. А нет. Они реаниматор. На патруле. Танков к мане подведи. Я же мог реаниматор. Обычных? К источнику маны. Огнеметные танки? Да. Зачем? Я их сейчас бафать буду. Ой, меня бьют. Меня бьют, парни! Нет. Тут невидимки сраные. А как ты их будешь бафать? Мне они сейчас нужны. Мне сейчас танки 700. Для другого нужны. А 700 это не так далеко. Фу, поэтому... блин. Не, я огнеметные танки, пожалуй, дальше я на патруль возвращаю. Гранит, я им хочу 207 щита дать. Давай, вот дал. Не всем важно, но дал. Эвил. А, это Ивилсон? А, да. Вот, 22 левел, ни хрена себе. Ля, там накачался как. Чисто в качалочку зашел. Ивил, иди-ка сюда, сейчас тебе взорву нахрен. Ну, давай. Чисто пошла разборка. Так, танки, работаем, 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 танчики. Давай, 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 работаем, что зря вас делал. На самом деле, да. Танки огнеметы? Иди сюда, иди сюда, Ивил, давай. Это что такое? Хижина кобольда воина, прикольно. Ил, подойди. Блин, стенку сломали. Стенку не иди. У нас стена сдохла. Обвал был. Все, Ивил струсил. Так я не знаю, куда там подойти к тебе. Да, ты сказал, куда, где стрелка, да? Давай танк подведи, я его починю, плюс бафу. Так, стоп, это огнеметный танк, какого хрена я сделал не то? Место стрелы не назначил. Ты еще не видел меня в бою. Вот сюда иди. Я ж вижу, куда ты пинуешь. Ну иди туда. Так, да, бляк, да. А ты не видишь? Нет, конечно. Кто меня звал? Вы забей уже. Понял. А как всем дать? Это мы умеем. Никак. Никак. Фейзер, дай топливо, пожалуйста. Мне опять что-то. Так, топляк. Возле топливной станции сейчас будет лежать. 50 закину. Угу. Забирай. Мне пока особо не надо. А ты, вижу, им по КД пользуешься, да? Да. Я все, все просто. Все создал, все бафнул. Понял. Блин, там меня поджидают снизу. У меня полностью фуловый пур. Там топлер, вижу, уверенный в своей силы, да, пошел? Блин, нападают. О, лава вроде отступила. Лаву потушил, обвал. Класс. Блин, у меня же игра подвисла. Паучки заспавнились. Ну, огнемет и пулемет как-то слабенько работает, если честно. В куче. Вроде работает, но как-то слабо. До пора, он считает. Ну да, он, правда, маленький, ну да. Кстати, я могу... Бля, что я так сейчас... Я могу заменить. Далеко все, да. Нам надо, получается, сейчас, наверное, сюда копаться как-то. У нас выход уже рядом. Где мины? Ой, меня зажали. Зажали. Помогите. Помогаем. Огнеметы танки уже... Эпик было выпендриваться. Огнеметы танки уже помогают. Подожди. А что-то мины не работают. А вот работают, нет. Да не, работает, все, работает, работает. Что-то у меня есть подозрение, что у Ивила есть какое-то все-таки указание, куда это мобо прессать. Конечно, ну, есть. Блин, Кенни взорв... Кенни, они убили Кенни! Ивил прям здесь. Он я вижу, я вижу, огнеметы танки уже работают. Правда, их убивают, не хотелось бы их тратить. Его застанет, можете как-нибудь, чтоб... Во, как-то вы встанете. Блин, он чисто хочет мой огнеметный танк. Да он просто убегает, ё-моё. В крысу играет. А что, мне отдаваться, что ли, вам? Конечно. Ну, ты прессаешь. Чуть не устраивает, отдавайся, отдавайся в нашу власть, в наше владение. Ты чё? Я нажимаю. Я нажимаю реаниматор, ничего не происходит. А может, тебя его нету? Да. Да, потому что у тебя его нет. Жди, пока мы скрафтим новый.
Может быть сделать Тесла-разрядник? Даже не знаю. Классная штука вроде. А, у меня есть реаниматор. Отлично. Где ты сдох? Дорогу. Иду. Сейчас тебе дам. Все, закинул. Спасибо. Это, кстати, последний. Отлично. Кстати, я... Чем бы заняться? Я помню, я мог создать реаниматор, а сейчас я не вижу, где, где. Сложный вопрос. Я же помню. Было. А мы правый верх, нижний. И там топливо пошел драться в рукопашную, типа, ваши технологии, это говно. Я мог создать, блин, надо мне включить походу. Стоите, ждете, пока он на вас нападет, просто я тут и мобов убиваю, я и стараюсь и вперед продвинуться, а вы что-то это... Я копаю вообще по КД вниз. Тут просто дофига обсидиановой породы, тут очень много обсидиановой породы. Я сейчас буду делать дополнительного шахтера, получается. Я, правда, очень коплю... Смотрите, ребята, у меня есть 700 железа. Мы можем сейчас потратить ресурсы, собрать всеми силами, всей кучей 500 голды на реаниматор. Ты понимал. Мне взрывчатки надо штук 10 поставить. Если что, у меня 300 уже голды. Вызывает. Если кто скинет 200 голды, я сделаю реаниматор. Сейчас Сейвил скинет. Да-да, поделится, так сказать. Пипец, сколько у него уже ресурсов, кстати, по таблице. У кого? Меня. А ну давай глянем. 11. 11, ни хрена себе. Слышь, поделись с друзьями, с братьями своими меньшими. Так, о, хорошая жила была. Золотая жила снизу. Да и справа. Снизу серная. Да. Снизу серная есть, кстати. Блин, обсидиан вы так долго колоть. Да это пипец, да, согласен. Это обсидиан жесть какая-то. Но обсидиан надо, чтобы у нас два и бура просто. Два бура третьего уровня просто подходят и обсидиан разрывают. Ну да, у нас каждый свой бьет. Ну тогда ладно, тогда я конвертирую деньги в еще одного пилота. Делаю бур. Да. Тогда реаниматоры нафиг нам не нужны. О, золотая жила. Чезер, снизу. Да я вижу. Ну а ты обсидианку просто... Ну здесь. Я хочу место освободить здесь. Здесь слишком мало места. Нам надо следующую площадку под нашу, типа базу делать. Кто там помер? Какой-то рабочий. Кто? Да не нет. Знаю, там был звук, как будто кто-то помер. Да мой воин помер. А, ты можешь воинов создавать? Да. Опа, привет, Ивил. Капец, а ты что, с одной тычки пол... Блин, пришел все ресурсы своровал, вот зараза такая. Ему Ил, его... пожалуйста, не, хоть ресурсы не воруй у нас под нос. Будь же ты человеком, чертов жук. Нет. Нет. Лаконичное нет. О, есть тяжелый танк! И убежал. Медленное, но сильное и крепкое поединство с хорошим обзором. Как его убить? А, нам же надо его убивать, надо сбежать просто. Ну да. Ладно, я делаю бур. У меня есть, если что, тяжелый танк. А что я не могу делать бур? А я не могу делать два бура? Или могу, подожди. Стоп. Ой, Эви у меня. Чем бы заняться? Он меня зажал. А ну-ка, секундочку. Чем бы заняться? Могу делать бур или нет? А, не, могу. Все нормально, могу. Я просто думал, что я только один бур могу делать. Ох, нихрена себе, там заруба идет. А ты топлер выдержишь, нет? Сейчас Да уже. На твои огненные танки гоняют спокойненько. Да, да, да. Я занят был немножко другими делами. Тем более вы там в какой-то попе мира занимались этой штукой. Нормально, что у Скорпида 36 брони? Да, наверное, нет. Такой, типа, самая лучшая экипировка. Чезер. Самый прочный панцирь. Да, да, да. Я самую лучшую экипировку всосал вообще на легкую. Создавай. Кого? Реаниматор. Да у меня есть деньги на реаниматор? А я скинул. 268 на 1005. Ясно. Мне надо 500 и 500, если я правильно помню. Ясно. Мне надо 500-500. Если скиньте голдишку, я обязательно скину. Я реаниматор сделаю. У меня нет золота. Минус Осбанд, потому что он тоже решил один подать. Ой, сейчас меня убьют.
Ты что там делаешь? У меня есть броня, у меня есть атака. Я экспериментирую с ракетами. So much speed, so much attack. Ракеты ни хрена ничего не делают. Он этим, как его, гоблином в соло добывает, там пытается что-то. Класс. Ну, мне надо, короче, 250 золота, тогда я могу делать реаниматор. Ну да, так у тебя мифриловое на максимум улучшенное. Ой, а костер кто-нибудь заделайте? Мне нужно это... О! Подлечиться. О, отлично. Делаю. Кто заделаете? Костер. Так, кто? Делаю реаниматор. Вон можешь тело поднять и сделать костер. Так, где у нас? Где у нас мертвый? Топлер, да, мертвый? Да. И топлер, и я. Да, я пока первого вижу топлера. Кинул реаниматор. Так, теперь надо следующему. У кого голды много? Я свою уже все скинул. У меня 44 голды и 500 металла. Но 500 металла это вообще не варик. Меня, я тебе абсолютно все скину. Да я понял. Значит, фармим голду. Слушай, кстати, топлер, а ты чего банки не юзал? А кто? Его не подкат. Стоп, а где лечиться-то? Окунь. На, завязай. Какая ловушка. Опять пауки попал. Опять идут. Ну да, это такое? Типа он тут ловушки на. Ой, твою мать! Ну да. Что там? Что это такое, мать твою? Это вот он нас также зажал. You fucking serious? Я стреляю ракетами. Охренеть, что это такое? Блин, ракеты ничего не делают. Минус 2 огнемета танка. Вы не умрете там? Уходи, уходи, Озбан. Самое забавное в статах этих паучков. Да ты что, с ума сошел так много пауков делать? А стак заучил, дебил. 80 штук? Ну отлично, Игл меня второй раз убил. Просто прибежал и убил. Так я биндов не контролирую героя. У меня остался гном-пилот живой. А, ты уже не контролируешь героя? То есть когда ты линяешь, ты его... Он сам пришел. 100 атаки. 100 силы, 100 ловкости, 58 интеллекта, 38 там где-то защиты, 80 силы. С нами Ивел сейчас просто как в землю бога играет. Да, да, типа того, издевается просто. Пауков хочу, наверное, хочу, убью кого-нибудь, хочу, еще что-нибудь. Он уже давно мог закончить, просто продолжает просто развлекаться. Угу. Как называется, тешки, собственно, самолюбие. Слушай, сейчас деконструировали. Ловушки там он поставил. Аккуратно. Что-то херня не работает. Ловушек как раз таки эти пауки вылезают. Мой единственный один пилот остался живой. А он там еще и снизу ловушки, да. Совсем немного. Последний раз делал в этом, как у... Где я за боссов был, типа. Боссов был полтишно сделал. Мы вышли на следующий этой. На следующем боссе. То есть, получается, если ловушку тронуть, из нее начинает спавниться до хера народу, да? И в принципе, если её задеть, я думаю. Лейзер нет. Да нормально, я живой. Жалко, правда, бур с прокачкой. Сломали, наливай, сливайся. Да тут уже нечего делать. Че, я грибок не могу захавать? С учетом того, что он качается быстрее нас раза в 4. Даже не знаю, так даже не знаю, да, тяжело. Чего это у тебя? У меня уже фул вкачка, типа. Это потолок. А, все, у меня набор уже денег нет. А у нас только 17-18 уровни. От силы. Да тут даже не в уровнях дело, здесь даже больше проблем в том, что денег ни хрена нет. Фиксируется по всей карте спокойно, ну это. Я говорю, стоп! Да, больше народу очень. Намного больше народу найдет. Особенно когда играешь против этого паука, который знает, как играть. Типа, я вначале просто иду в экономику с 4 рабочими. У нас нет 4 рабочих. У нас есть Озмунд, который строит дронов, которые убиваются от ползающих скорпионов. Ну зато он делает хоть что-нибудь, согласись. Зато Озмунд покупает сапоги. Да, потому что... А, так это все померли, да? Да, да. Я бы, что были бы сапоги, не спаслил бы они. Значит, тогда получается нам на эту карту надо еще хотя бы один, а еще лучше 2 игрока, да? Минимум еще 3. Ну, если, хотя бы 2. Evil в 4 раза быстрее развивается, надо у нас в 4 раза больше. Да не в этом дело. Мы в принципе 2/3 карты прошли. Вот, мы уже вот на этом этапе были. И осталось нам, по идее, дойти чуть-чуть, то есть 1/3. Там один обсидиан. Ну да, там, смотри, я уже сделал рабочего, я уже сделал бур. Его можно было качнуть до 3-го левела,
И, в принципе, двумя бурами я бы уже от обсидиана расколопал бы минут за 5, наверное, весь там.